Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня представлю вашему вниманию мультиварку Redmond RMC-450. Прежде чем начнем, предлагаю подписаться на канал и активировать колокольчик для уведомлений. После просмотра вы сможете обсудить модель в комментариях и не забудьте поставить лайк. Ссылки на лучшие цены оставлю в описании под видео. Итак, пора начинать. Модель выпускается в уникальном металлическом корпусе оттенка розовое золото. Этот прибор станет главной дизайнерской изюминкой вашей кухни. В комплекте мультиварки RMC-450 4,5-литровая чаша с керамическим антипригарным покрытием, которое позволяет использовать минимум масла и готовить полезные блюда. Также в комплекте есть контейнер для приготовления на пару, корзина для фритюра, мерный стаканчик, черпак, ложка, книга рецептов. Мультиварка создана для тех, кто ценит свое время и понимает важность здорового питания. Универсальный прибор позволяет свести к минимуму проведенное на кухне время и при этом ежедневно готовить полноценные завтраки, обеды и ужины для всей семьи. RMC-450 реализовано 16 автоматических программ и 29 программ ручной настройки, используя которые вы сможете приготовить классические супы и вторые блюда, сварить каши, сделать рагу, плов, потушить или пожарить мясо, заквасить натуральный йогурт или испечь домашний хлеб. Программа «Мультиповар» пригодится в случае, когда вы хотите приготовить сложное или экзотическое блюдо, которое не получится сделать на автоматической программе с предустановленными настройками. С помощью мультиповара можно настроить время и температуру перед запуском процесса приготовления. Таким способом можно создать условия для приготовления французских соусов, карамели, сквашивания йогурта или расстойки теста, а также для блюд сувит в вакууме. Вы уже запустили программу, но заметили, что рагу варится слишком интенсивно? Или оказалось, что мясо непривычной вам марки жестковато, и вы хотели бы протушить его подольше? Вы можете менять настройки приготовления прямо в процессе с помощью режима MasterChef Lite. Активируйте функцию «Измените температуру или время приготовления». Мультиварка продолжит готовить по новым параметрам. Дополнительные функции. Функция автоподогрева. После приготовления готовое блюдо остается теплым до 12 часов. Функция предварительного отключения автоподогрева. Функция отложенного старта, если вам нужно, чтобы блюдо было готово к определенному времени. В приложении «Готовим с Redmond» вас ждет огромная коллекция из свыше чем 2000 рецептов различных кухонь мира. Подберите рецепт именно для вашей модели, по вашему вкусу или исходя из продуктов, которые на данный момент есть в холодильнике. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, и сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. При варке супа было короткое замыкание в мультиварке. На передних ножках нет резинок, иногда скользят. Ручки у чаши очень маленькие. Нет ручки для переноски мультиварки. Малый объем чаши. Сначала был запах пластмассы. Несъемная крышка. Неудобно при мытье. Теперь перейдем к положительным. Больше 50 программ. Дизайн и прочность. Качество приготовления. Таймер. Удобное управление. Качество чаши. Комплектация. Качество сборки и материалов. Подборка ссылок на лучшие цены ждет вас в описании, а я жду лайки и комментарии. Также не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».